Так, ну вот еще хочу показать несколько сортов новиночки. Огромное красное сердце подзавязали. Вот такая вот кисточка, видите, такой. Я думаю, что грамм на 700-800 должен быть вот этот плотик. Такой вот. Там вот внизу парочка висит. Вот такой король он у нас. Прям королище. Вот кисточка. Прям морский конус. Такой вот. Прям нормальная. Я не знаю, сколько тут. 6, 7, 9. Такие грамм. По 150 еще нальется. Вот новиночка еще одна. Такая вот надежда. Краснеет уже потихонечку. Вот такая вот кисточка. Грамм по 250-300, наверное, такие плодики очень хорошо вяжут. Тут вот полосатик у меня. Сейчас посмотрю, как называется. Холм темного медведя. Вот такие вот. И он туда еще пошел. Вяжет, вяжет. А вот сердце кисельмана. Смотрите, какой-то понавязал. Там уже внизу красненький. Хороший сорт, хороший семейник. Ну, а это вот зеленоплодный у нас. Хелен зеленый. Вот какой. Хорошенькие такие. Воды получается. Вот она нижняя киточка. Какой на вкус будет, посмотрим. Люблю я зеленые. И вот еще новиночка, семейный сорт. Сиротские атыры. Вообще хорошенькие.